вот такие апельсинки, которые на сок идут, они маленькие. И вот так вот они выжимаются, что ничего не остается. Не так уж и много, видишь? А здесь она сказала, что очень вкусно. Сегодня первую половину дня лил дождь. И вот смотрите, я говорила про цветение манго. Вот этот весь цвет у нас теперь лежит на полу. Дождем его сбило. И вот он и даже в бассейне, на дне, видите, точки черные. И вот он плавает на поверхности. И сейчас мы видим сам манго. Виды свечки, да? Вот сейчас они покраснели, потому что стебли потемнели. И уже даже есть маленькие манго, уже есть зависть. Малюсенькие есть. Плоды размером с виноградинку. И даже поменьше. Вот четко видно кисти цветов. И ветер вот у нас сегодня такой сильный. Видимо, похолодает опять. И, в общем, все это мне придется мести. У нас в Майами бытует шутка, что владельцы бассейна счастливы только два раза. В первый день, когда они его покупают, и в последний день, когда они продают его. Это связано с тем, что это очень трудоемкая работа. Ежедневно нужно его чистить, ежедневно нужно выбирать мусор оттуда. Недостаточно самой машинки, которая там в нем работает, и недостаточно того, чтобы один раз в неделю приходил человек. Когда я устала, я послала свою дочь доделывать. Вот она за меня тоже немножко поработает. Как говорится, любишь кататься на саночках, люби и саночки вози. Ну вот, после активной работы и после душа. Я-то знаю, что я буду делать. Буду заниматься собой, но вот вопрос у меня вот такой. Либо вот такую маску наносить. Это питательная маска от компании Busana. Или вот такую корейскую. Быстренько открыл пакетик, наложил на лицо. Вот, скорее всего, из-за простоты, наверное, я вот это сделаю. И вот этим я сейчас буду заниматься. Жидкость внутри. И вот эта маска. Придется ее отжать, потому что иначе она будет вся течь. Видите, какая она вся покрыта вот этим составом. Вот, вот так вот, а то оно все будет течь.
где же тут край? Вот, нашла. Сейчас мы ее откроем, расправим и наденем на то, что называется морда лица, да? Вот так говорят. Интересно, откуда это выражение пошло? Я что-то такого не помню. Я ее расправила, теперь я ее на себя надеваю. Нос внутрь, вот так расправить. Холодненько, приятно. У меня все лицо горит. А это холодненько, приятно. Ну вот так, пойдем сядем теперь в кресло. Ой, вы очи волушкови, мов троянды пелюстки густам, стан тві ніжний, смириковий, ти веснянко моя чарівна. Меня в этом отношении воспитал блогер Галина Смит. Какое положение сама женщина занимает в жизни? Я как-то так вот, что можно сказать, прозрела. И само отношение к этому у меня очень сильно поменялось после того, как я стала смотреть Галину Смит. Направление мысли было на то, чтобы, например, выиграть все ноты в сонате или в симфонии. Понимаете, это такой мир, который ты находишься либо здесь, либо там. Одновременно в двух местах нельзя находиться. Печку. За 30 секунд оно нагревается и сыр растает. Вон, вот так вот. Вот так моя дочка любит. Называется кесадилья. Самое элементарное. Сыр и тортилья. Или лепешка. Ну вот, мы пообедали в ресторанчике и оказалось, что мы сидим за столом номер 5. Мой счастливый номер. По всем гороскопам этот номер для меня счастливый. Так что у нас сегодня должно быть очень удачный день. И я очень рада этому.